Мои дорогие, всем доброе утро. Я сейчас буду завтракать. Сегодня завтрак от мужа. Он сегодня пожарил хлеб с яйцом. И тут еще колбаску нарезал, пожарил. В общем, кофе. Сделал мне кофе. И тут у меня еще йогурт. Всем приятного аппетита. Всем приятного просмотра. Хорошего настроения. Хорошего дня. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Мои хорошие, а сейчас я хотела бы вам показать свой очередной заказик с сайта Рандеву. Не забывайте, что под видео вас ждет промокод на скидочку, и он действует со всеми скидками. Получается, если вы будете его вводить при заказе, то вам будет еще больше скидка. Обязательно воспользуйтесь моим промокодом, если будете делать заказ. У меня, у моей подружки Светланы, вы знаете, что мы давно дружим, у нее есть дочка Полиночка. Да, она когда-то снимала, сейчас не снимает, она на работе работает, не снимает. И у нее скоро будет день рождения, и они, в общем, выбрали подарок, чтобы я им заказала парфюм. Я когда-то заказывала им такой парфюм. Мне кажется, меньше была бутылочка. А в этот раз я заказала 50 миллилитров. Да, вот такая вот, посмотрите, прелесть. Они любят этот аромат. И вот я им отправлю. Посмотрите, как шкатулочка. Да, такой вот какой-то, как пластиковый органайзер. Вот так вот все пришло. Я тоже так же красиво упакую и отправлю. Сейчас я вам зачитаю, что там за ноты. Очень красиво выглядит. Я когда-то, мне кажется, пользовалась. Она мне отправляла миниатюрку. Она очень любит этот аромат. Очень давно пользуется им. Светочка с Полиночкой, вам огромный привет. Знаю, что смотрите. Ждите, отправлю. А завтра уже отправлю точно. Вот этот аромат, она когда-то мне малышечку отправляла, и мне кажется, я как-то им недопользовалась. Может быть, это немножко не мое. Вы знаете, что я люблю все вот сильно-сильно сладкое, тогда я пользуюсь прям вообще. А если что-то уже другое, я не так часто пользуюсь, и у меня стоит долго парфюм. Ну, я не парфюмерный маньяк. В общем, я сейчас вам зачитаю, что написано на сайте. Я снимала недавно для ASMR-канала, и у меня там не было телефона под рукой, он был разряжен, и я не прочитала, что за аромат. Сейчас я вам скажу, вдруг вам будет интересно. В общем, постараюсь быстренько вам все рассказать. Очень красиво, да, девочки? Очень красиво. Посмотрите, вот так вот поставить. Смотрите, какая прелесть. Открывать не буду, тестировать не буду. Это подарок. Так, значит, смотрите. На сайте вот написано название. Я читала в интернете, правильно читается Ланван. Ну, как написано, как Ланвин, а читается как Ланван. Девочки, на сайте Рандеву написано, что Ланвин. Мне потому что поправляет иногда. Я не из головы это беру, девочки. И вот как на сайте написано, я вам сейчас просто зачитаю. Чувственный и тонкий аромат. Духи Ланвин Эклат де Арпеш. Вот как-то так, в общем, написано Ланвин. Но в интернете читала, что Ланван. Поэтому я так и говорю, как написано здесь. В общем, значит, подарит своей поклоннице яркие, лучистые и ослепительные краски жизни на каждый день. Сделает ее еще более женственной, прекрасной и обаятельной. В общем, давайте скажу группы. Цветочные, ноты, чай, кедр, сирень, вистерия, персиковый цвет, османтус, мускус, пион, амбра. А, это я вам все уже, все зачитала. Больше тут не написано, просто парфюмер тут написан. И страна Франция. В общем, вот. Так, тут разные. Кстати, знаете, сколько отзывов? Ой. 1776 отзывов. Так что вы можете посмотреть, прочитать про этот аромат. Они разные. Бывает 30, бывает 50, бывает 100 миллилитров. Тут я смотрю маленькие, вот 1,5 миллилитра. В общем, 8 миллилитров. Так что можете тоже попробовать заказать. Ну, очень красиво, да, девочки, вот так поставить. Дальше. Я заказала профессиональную косметику Кристина. Кристина профессионал. Это уже, ну, мне кажется, для девочек, наверное, может быть, постарше. Такая более серьезная косметика. Это ее даже некоторые говорят, что некоторые про эту косметику говорят, что она даже лучше, чем, конечно, чем люксовая косметика. Люксовая косметика, ну, это так просто увлажнить себя, да. А здесь это косметика, которая работает. Девочки, кто пользуется, ей напишите. Мне посоветовала эту косметику. У меня есть маска. Сейчас покажу вам. У меня есть маска этого бренда.
моя зрительница отправляла мне посылочку, на втором канале была распаковка, она мне отправляла и говорила, что это очень классная косметика, ей столько же, сколько и мне лет, у нас тип кожи тоже одинаковый, и вот она ходит к косметологу, и косметолог очень рекомендовал вот этой косметикой пользоваться, да, я знаю, что этот косметолог где-то в Инстаграм посты пишет, да, про эту косметику. Ну, в общем, про уход, про все. И она мне писала, моя зрительница написала, попробуй. Сейчас я покажу вам, что у меня есть. Такая вот у меня маска есть. Это у нас маска красоты на основе морских трав для нормальной кожи клубника. Так, маска делает кожу гладкой, выравнивает сухие поверхностные морщинки, улучшает цвет лица, обеспечивает увлажнение. Вот видите, это как бы для постарше. Так, здесь у меня тонер. Очищает, успокаивает, увлажняет, ускоряет клеточную регенерацию. Так, у меня как раз тоник скоро закончится. И вот это я прям, когда прочитала, сильно-сильно захотела. Девочки, сейчас я прочитаю вам, что это. Это восстанавливающая противоотечная маска для кожи вокруг глаз. 60 мл. Действует, стимулирует клеточный метаболизм, уменьшает отек, борется с признаками старения. Благодаря витамину С значительно осветляет тон, делает кожу мягкой, гладкой, упругой. Девочки, у меня, я говорила, да, по утрам бывает отечность, бывает припухлость, отечность бывает, и морщинки тут бы как бы, ну вот больше всего меня не устраивает, вот тут вот меня не устраивает, да, и я выбрала вот это. Вот в следующий раз я хочу заказать, там есть вот прямо против отечности, есть какой-то крем очень сильный, но он стоит недешево, в следующий раз я его закажу. Дальше здесь у меня пробники крем, накладная. Парфюмчики тоже только что тестила. В этот раз положили парфюмчики, пробнички. Называется бренд Ангелин. Ангелин? Или Ангелина? В общем, два разных. Сейчас я вам зачитаю. Зачитывать я не буду, я не знаю, как правильно прочитать. В общем, один парфюм Make My Day, а в другой как-то End Flowers. 1,5 мл. И я потестила, и один мне очень-очень понравился. Это парфюмы древесно, один вроде бы цветочно-древесный, другой какой-то еще. В общем, ну это не то, что как я люблю, но один из парфюма очень-очень даже понравился мне. Очень. Да, и вот видите, отзывы пишите обязательно, когда делаете заказ, потом обязательно оставляйте отзывы, вам придут бонусные рубли за это, и вы их потратите на покупки. В общем, все. В такой коробочке все хорошо было упаковано. Это весь мой заказик. В общем, ссылочки под видео на все, что я заказала. И промокод на скидочку тоже под видео. Я сейчас готовлю ужин, поставила готовить здесь печень у меня, пока на жарке стоит, потом режим тушения поставлю. Здесь картошечка варится, будет пюрешка у нас с печенью, добавлю сейчас еще лук, морковку, потом, когда тушение, ну, постоит у меня на тушении, в конце еще добавлю сметанку, тут у меня приправы и соль немножко добавлю, все, ну, в конце добавляю сметану, майонез можно. Сегодня решили печень приготовить. Недавно взяли печень, купили. Печень говяжья. Сейчас добавлю немножко водички. И поставлю на режим тушения. Морковка маленькая была, мало. Ребята, все, ужин готов. Сегодня у нас пюрешечка с печенью. Очень-очень понравилась пюрешка. Ну, картошка хорошая, вкусно получается. Сегодня с печенью. Тут еще лук порезала зеленый, свеженький. Всем приятного аппетита. Ребята, я приехала подстригаться. Мне надоело ходить с волосами. Они у меня отросли, ломаются. И я решила подстричься. Ребята, только что приехала домой. Подстриглась, не поздоровалась, всем огромный привет, ходила, подстригала волосы, ну, как обычно, куда я хожу, туда и сходила, подстригли, как обычно, под каре, сантиметра, наверное, 3-4 даже, она говорит, больше убрали, блин, отросли хорошо волосы, но как только они у меня становятся длиннее, ну, вот так, да, например, все, они начинаются ломаться у меня со страшной силой, и сейчас, кстати, витамины кое-какие пью, потом вам расскажу результат. Тоже как раз там для волос они.
Вот, сходила, подстригла, потому что внизу волосы драные, они у меня здесь-то более-менее вот тут где-то начинают ломаться, и все разные были, так что все подстригла. Потом заехали в Фикс Прайс, и рядом, где Фикс Прайс, там монетка. Фрукты закончились, бананы взяла побольше, чтобы завтра никуда не ходить. Так, это у нас яблочки, вот эти вот очень вкусные яблоки, монетки мы были, да? Красные, очень вкусные. Дальше тут у меня решила взять в экспрессе трусы. Да, трусы увидела, просто думаю, ладно, возьму. Что-то мало стало. Вот я имею в виду, чтобы хлопок был. Вот, взяла. Дальше тут у нас что? Щетки. Щетку не могла найти. Не знаю, где продают. В общем, мне стоматолог говорила, что я в тот раз покупала щетку хорошую, вот мне стоматолог рекомендовала, я ее покупала, сейчас не могла найти нигде, просто купили пока на время вот эти вот щетки. У нас половина электрическими пользуются, половина простыми. Ну вот тут увидела, и говорит, вот какие-то возьми, 3 штуки. Даже не знаю, что за фирма, Вилсон. Тут видите, розовая, да, она будет моя временно. А тут Юра какую-нибудь возьмет, а дети у меня электрическими пользуются. Дальше это мне для второго канала я купила, сегодня буду снимать. Нет, не для второго канала, а для Бусти. Для Бусти, и это, кстати, тоже для Бусти. Для Бусти, так, ватные диски. Я не помню, у меня закончились или нет, поэтому взяла небольшую. А ватные палочки закончились, вот взяла. Все, все это в комнату надо отнести, в комнату. И поставлю все покупки на сегодня. Нарезать надо. Тут вот фольгу надо нарезать. В общем, постригли вроде бы все нормально, ровно. Только единственное, что объема нет. Это у меня всегда так после парикмахерской нет объема. Сама-то я, конечно, у меня там средства для объема. Но я имею в виду шампунь хороший для объема. Бальзам там для объема. Потом у меня еще этот брызгалка такая специальная от Matrix для объема. Вот если я это не делаю, то у меня они вот такие волосы. А если я той брызгалкой брызгаю, то объем хороший. И в последнее время заметила, как волосы начинают отрастать. Я же, например, перед съемками видео, да, там или обзор снимаю, или там на второй канал снимаю, то я обычно делаю бигуди-липучки. А когда волосы уже длинные, эти бигуди-липучки уже не действуют. Я их крупное делаю, чтобы был объем, да. Вот брызгалку вот эту брызгаю для придания объема, плюс бигуди-липучки. И они уже сейчас, я их накручиваю, а длинные волосы, они у меня уже все, уже падают волосы. А когда они у меня покороче, их хороший объем. Да, как-то помните, месяц назад многие мне писали, Лена, какой хороший объем. Вот они у меня когда короче волосы, тогда и хороший объем. Как только отрастает, они как сосульки, объем не получается, и шампунь не действует уже, ничего не действует. Так что все, да и еще и ломаются. Не походить мне никогда с длинными волосами, вообще никогда не походить. И не нарастить, да, наращивание же делают волос. У меня жиденькие волосы, видно будет, да, вот эти, или капсулы, или вот лентами наращивают, это все видно будет, потому что волосы жиденькие. А так очень сильно, я помню, прям очень сильно хотела длинные волосы, всегда хотела длинные волосы, но видно, не судьба. Так я себя хорошо чувствую, они меньше ломаются, и ну ладно, что, приведу в порядок себя. Объемчик сделаю, и будет все хорошо. Так что все, мне надо идти работать, снимать. Допустим. А, ребята, мы приехали в магазин СОМ, строительные отделочные материалы. Нам надо клей, обои подклеить. Помните, я говорила, что у нас отходят в некоторых местах, а клея нет. И еще Кирюшке надо обувь в Каре посмотреть. Вроде бы там скидка опять 30%. Он хочет новые ботинки. Заходим. Ух ты. Это что такое? Тандыр. Тандыр или тандыр. Какая красота. Смотрите, какой огромный магазин. Ну, мы уже здесь как-то были, заходили. Да, вот. Это как бесконечно. Как бы вообще не говори, бесконечно. Вот что-то я вот это вот видела. Нам надо сильно смарт. Что-то такое сильное, потому что у нас нахлёст. И нам надо крепкое что-то прям сцепило. Сейчас посмотрю в интернете, фотку сделала. Это
Посмотрите, какие красивые обои. Немножко, знаете, как с первым утром. Я не знаю, какие-то, какой-то клей вот такой нашли. Я спрошу сейчас на кассе, понимают они или нет. Мне надо, чтобы нахлёст наклеили. Посмотрите, какая, боже мой, красота. Ой, красотин, 2700. Я когда буду переделывать у себя. А мне вот типа что-то такого в комнате нашей. Я хочу, чтобы более вот такое что-то было. Ой, красиво. Ладно, пойдемте. Ой, ребята, посмотрите, какой рай. Какая красота. А у нас, мы же убрали, у нас была люстра вот с подсветкой, там, да, вот разные огонечки. Мне многие писали, Лена, это уже устарело. Вы посмотрите, сколько их тут разных. Мы убрали, мне кажется, мы в этот увезли, в гараж. Люстры разные. У нас даже люстры нет. Красота. Очень красиво. Люблю, когда все светится. С покупками. Спасибо. Купили сыну обувь. Девочки, посмотрите, у меня сейчас Юра съездил в деревню, подругу, привез домашние яйца, 20, и принес утку, привез утку, замороженная уточка, будем на праздники делать, ну, в следующем месяце, в феврале праздники, да, Юра? Так, вот, она замороженная. Замороженная, сейчас тоже в морозилку уберу. Так, дальше здесь он хлеба по дороге купил. И посмотрите, он, это он в красном и белом взял. Это у нас кофе и кружечка. Но не удержался, говорит, у нас кофе закончилось. Ну, простое пьет такое вот чаще. Вот. А саму кофе надо сейчас достать как раз. У нас закончилось, отдать ему. Ну и кружечка ему понравилась. Да, на подарок, можно посмотреть. Такая кружечка, сколько миллилитров, я не знаю, сейчас посмотрю. Нет, здесь не написано, не указано, на коробке посмотрю. С ручкой. Очень красивая кружечка, очень красивая, ну, я имею в виду, вот такой у нас прозрачный. Нет, мне кажется, у нас когда-то была у Юры кружка прозрачная, и ее уже нет, на дачу увезли. Простые кружки, большие. Это, мне кажется, как раз для кофе. Я хочу посмотреть, кружка сколько миллилитров. Чашка. Посуда из стекла для взрослых. Горячих и холодных напитков. Так, где-то, мне кажется, я смотрела, там вроде бы... А, вот, смотрите, микроволновку нельзя, а посудомойки можно. Угу. Ну, сколько миллилитров-то? Не указано. Не указано, сколько кружка миллилитров. Мне кажется, наверное, 300, наверное, скорее всего, да. Нигде не нашла. Написано просто эксклюзивная чашка и все. Сколько миллилитров? Нигде не указано. Вот я думаю, может быть, еще один наборчик купить, ну, чтобы, да, мне и Юре пить из одинаковых кружечек. Мои дорогие, я сегодня, кстати, привела волосы свои в порядок. Видите, у меня объем появился. Но я сегодня на бигуди липучки завивала волосы и еще брызгала спреем для прикорневого объема. Видите, подстригла волосы, и сразу они укладываться стали. А мне сейчас надо съездить до магазина, купить какую-нибудь тушь. Я покупала вот до Нового года Лореаль, покупала тушь Магнит Косметик, да, Лореальскую, такую вот стандартную, миллион ресниц-то, да, вообще плохая. Сыпется, ресницы, ну, вообще не видно ресницы, мне кажется, что с тушью, что без, в общем, не знаю, просто она мне попалась, она, мне кажется, была последняя, она вроде как заклеена была и все, ну, может быть, она старая уже или что, я не знаю, даже срок годности не смотрела. В общем, нет, написано до 2-го 26-го года. Не знаю, что-то прямо сыпется вообще. Только что я уже переснимаю. Я попрощалась с вами и посмотрела. У меня тут вот так вот все.
Вот, все, я убрала и снова решила попрощаться с вами. На этом сегодняшний влог я буду заканчивать. Спасибо огромное, что посмотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И увидимся очень скоро. Сейчас уже, если я поеду в магазин и буду снимать, то это уже будет в следующем видео. Пока, мои хорошие, пока.